Строительство дорог в Шымкенте ведется круглосуточно. Праздничные выходные не исключение. Глава города поставил короткие сроки. В 2023 году дорожную развязку от проспекта Кунаева до реки Бадам надо сдать. Заместитель акима с подчиненными с раннего утра на объезде. Совещание проходит в полевых условиях. С внутренними коммунальными сетями вопрос фактически решен. Автодорога соединит Шымкент с Ташкентом. Объект регулярно, без предупреждения, проверяет аким Шымкента. Подрядчик несет персональную ответственность. Это второй этап строительства проспекта Кунаева. Он самый ответственный. Дорогу строим до реки Бадам. Здесь будет несколько разъездов, в том числе и под землей. Сейчас все идет нормально. В следующем году должны сдать объект. Есть проблемные вопросы. Выкуп зданий. Ведется работа. А это развязка на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Зам. Акима Махсут Исахов требует от подрядчиков не только соблюдения сроков, но и качества. Повторение прошлых ошибок быть не должно. В подземных переходах работы по ремонту практически завершены. Даже картины появились. Подрядчики уверяют, в сроки уложатся и сделают так, чтобы жители и гости города были довольны работой.